В парламенте Грузии подрались депутаты большинства и оппозиции. Перепалка началась после нецензурной брани со стороны народного избранника Коко Бабахидзе. Таким способом депутат отреагировал на высказанные представителями большинства в адрес оппозиции оскорбления. В результате завязалась потасовка, в которой использовались подручные предметы, в частности микрофоны. Депутатов разнимали и коллеги, и парламентские приставы. Серьезных травм во время конфликта никто не получил. После этого заседание парламента продолжилось.